Саша, глубинка, друзья. Они все слушают. Бам-бам-бам-бам. Ты, разве так можно? Бам-бам-бам-бам. Ты ж смотри. Взял этой вонючей ногой, блядь. Убил женщину. Бам. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас пятничный стримчик. Чисто будем немножечко обсуждать новости. Новости игровой индустрии, новости технологий. Несколько ностальгичных таких моментов истории тоже чуть-чуть. Его в абсолют. У каждого своя голова на плечах. И каждый принимает решение Олег, свое. Привет. Общество, конечно, больно, его надо лечить. Но надо ли больного дополнительно раздражать? Особенно в период обострения. Если ты меня понимаешь. Спасибо. Ну, философский вопрос, философский. Это нужно прям целую дискуссию можно насчет этого. Конструкция рюкзака имеет систему распределения веса. Благодаря мягкой спинке, плотным широким лямкам и стяжке лямок на груди, носить его комфортно даже... Я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет, блядь, проживаю на триллионах и триллионах таких... Идеальный. Умница, лапочка, лучший автомобиль, я его обожаю. Олег, здравствуй. Чуть-чуть тебя поддерживать регулярно, но Бусти это не мое. Давай, я отправлю тебе зарплату и карточку. Будешь получать за меня. Очень, очень интересное предложение. Так, а на кино сегодня будет у нас фильм? Привет, Олег. С неугодня с вечера играю в первую Ластуху ремейк, и на фоне тебя слушаю. Фильм «Интуиция», 2001. Когда «Черепашек-ниндзя» мультфильма на ВХС на Бусти будем смотреть? Будем, скоро будем, Александр. Деньги очень быстро заканчиваются. Поэтому, в общем, знаете, я, наверное, не представляю более хардкорной, сложной и замороченной игры в этом мире, чем Steel Battalion. То есть даже самый адский хардкор, он как-то щадит игрока. Steel Battalion нет. Да. Пройденные миссии можно перепроходить в режиме Free Mission, если вы вдруг захотите попробовать одолеть их на сложности выше. Правда, мы не знаем никого, кто этим занимался. Даже на самом легком придется попотеть изрядно. Начиная с третьей миссии, каждое задание становится похоже на настоящую военную операцию, где важны планирование и тактика. Каждая последующая миссия будет требовать от вас все больше и больше продуманности действий и более кропотливого подбора снаряжения. Чем меньше времени займет прохождение, тем лучше. По завершении задания подсчитываются очки, по сути, день. В настоящем поле боя. Настоящей войны. Эджи на онлайновую роллер сегодня представляет лишь коллекционную ценность, кроме, пожалуй, что вот этих. Японская группа визуальных перформансеров Бонсьо нашла 40-кнопочному монстру интересное применение. Они сделали... Вот это хорошее. Как ведьмак теперь я. Я как ведьмак. У меня белые волосы, немножечко снизу подкрашены. Я ведьмак. Ведьмак. Сука. Но сейчас лекцию прочитаю. Небольшую лекцию, не переживайте. Алижа, каплю в рот или сантиметр в пепочку? Что это еще за херня такая, блядь, пепочку, блядь, нахрен мне вашу пепочку, блядь. С ума сошли, что ли, пепочку, блядь, собрали, сантиметр в пепочку, блядь. Охренеть, блядь, не встать. А вот, ох, кураж пошел, блядь. Кураж, на кураже мы сегодня. Значит, взял капучино на обезжиренном молоке,
непосредственно с чуть-чуть там ореховым сиропчиком. Вот. И, значит, вот такую вот сосисочку в тесте. Хотел беляшек с мясом взять. Спрашиваю, какие они, насколько свежие. Я говорю, вчерашние. Я говорю, не, вчерашние не надо. Я говорю, нахер надо, сейчас еще отравлюсь здесь еще. Кто потом вот это все будет делать? Да не, поехали без лебедки. Это, мне кажется, можно. Можно здесь проехать. Давайте попробуем здесь проехать. Ой, что-то тяжко она идет. Давай-ка пониженную. На пониженной должна получше идти. Вот на пониженной более-менее прет. Хотя, если я застряну здесь, мне кажется, и потом уже и назад не выйду. Потому что, видите, что-то вязнет. Вязнет, сволочь, грузовик тяжелый, вязнет. Можно попробовать не по колее, а по траве, конечно, ехать. Там грунт, наверное, потверже будет. Ну, такой мягкий грунт. Все, 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 все. Начал закапываться. Ну-ка, давай залебедимся. Блин, блин, ты еще тут не залебедишься. Да вы что, издеваетесь, что ли? Ой, зря я сюда поехал. Он сейчас, блин, застрянет, и тут лебедиться не за что будет, и вообще все, я приехал. Все, он зарываться начал нафиг. Поехали назад, ну его нахрен, блядь. Он еле-еле едет, блин, по этим. Раскопал себе уже траншеи такие. Так я думал, тут не грязь, я думал, тут более-менее нормальный твердый грунт. А он тут зарываться начал. Кто ж знал-то, что тут такое болото какое-то сраное, блин. Я думал, нормально сейчас проедем. Апгрейдить ПК? Да нет, честно говоря, пока что с ПК не хочу ничего покупать. И так достаточно много сейчас трат по всему вот этому там. И рубрика ВХС, блин, сожрет много. То есть по не рубрика, а этот ролик по ВХС, там целая куча реквизита надо купить. И на машину как бы потрачусь сейчас. Сейчас реально как бы по деньгам напряжно. Поэтому... Так, ну-ка давай лебедку. Давай вон за стол. Ну, едь ты уже, ё-моё, какой же ты грузовик-то тяжелый, а. Не, машину не купил пока, но планирую в ближайшее будущее. Ну, сейчас поедем по луже, как ты говорил уж. Я же говорю, что тут... И говорю, ох, он застрял, просто в говно застрял. Я не знаю, ей-богу. Как ты заколебал, грузовик ты сраный, а? И тут залебедиться-то больше незачем, блин. Я в яму заехал, все. Он все. Ну-ка давай вот за тот столб, короче. Ну, допустим, мы сейчас возьмем вот эту точку. А, тут ближайшая точка. Так что приятного аппетита всем, кто кушает. А я включаюсь после еды. Ну, сосиска так себе. Соуса нет. Ничего нет, пустая совсем. Чудом. Ну, не знаю, так себе. 63 рубля или сколько? 69 рублей. Ну, лучше был бы хот-доги хорошие американские. Вот я за американские большие такие сочные хот-доги. Давай вылазь, блин, из этого болота. Задолбал ты. Все, давай, поехали. Сейчас назад поеду.
Но проедь-то уже надо, может, пониже у него врубить. Часы. Так, давай вот так. Ебучий, блядь, грузовик, нахуй. Никуда он, зараза, не может, блядь, проехать. В «Мафию 1» ремейк, да, буду играть. В оригинальную обычную «Мафию» играть не буду, а в ремейк буду играть. Так. Ну, давай, вот, допустим, мы сюда. Сюда, сюда, сюда. Блять, мне надо вон туда. Ну, что такая лебедка короткая, я не понимаю. Вот. Ну, посмотрите. Ну. На эту конструкцию. Что-то идет кто-то. Блять, эта хуета вообще не едет. Да игра-то нормальная, просто мы застряли малость. Вот сюда давайте съеду сразу. О, вот так нормалё. Наконец-то. Да, ты был прав, надо было ехать по луже сразу же. То есть вы знаете, как двигался Робокоп? Сначала поворачивается туловище, а потом поворачивается голова. Сначала поворачивается туловище, а потом поворачивается голова. Когда Робокоп ходил, эти шаги записывали некой ГРМ, брали ГРМ-цепь от грузовика. И лязг этой цепи записывали на микрофон. Да и хрен с ним. Так, 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 иди нахер. Эй, а чё так, блин, до хрена?